Пусть дорожечка. По-моему, так не поворачивали. Да, мы как-то раньше вот так музейный не... музейный квартал, уже мы тут будем в центре. А там нет, мы тут... по-другому как-то ездили. Правильно? Сюда. Так не ездили никогда. Ну ничего, нормально, мы поедем. А я ничего тебе не говорю, что ненормально. Я говорю, так не ездили, блин. Не ездили. Ну, так... нет, обязательно надо вставить свои. 5 копеек, да? А как же ты хотел? Посадил меня на сзади и думаешь, это 5 копеек не встал. Прям близко к дому. Дорога-то, да? А если машина в дом влетит? Бесед с машиной. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Маршрут перестроен. Кого слушать, блин? Эхо, эхо. Прям вообще все впритык. Налево, направо, блин. Какой зелененький. Зеленый, зеленый. Вот уже музей, можно сказать. Ой! Ничего себе, у тебя там что? Тормоза полетели. Хорошо, я эти не У них этот, вот знак стоит этот самый, и знак черный этот самый, полицейский черт знает где, вот вообще его не было. Ага. Прям рядом с дорогой все, да? Я говорю. Впереди несколько лежачих полицейских. Понятно, то от тебя уже предупреждают, подпрыгнул раз. Мы куда едем-то вообще? Куда-то едем. Куда-то в музей. Куда? Я музей не ставил, блин. Ну куда мы едем, блин? Музей, блин. Ты поставила музей или что, блин, так? Не, не ставила. Ну. Я поставила Городецкий пряник. А сейчас тут Городец... А он Максима Горького. У меня что еще? А город мастеров через 1.5 километра. Через 600 метров. Через 600 метров. Поверните налево. Поверните налево. Оперативный съезд. Эхо. Все старое, да? Это тут жили тогда, наверное, боже. Там-то, где гуляешь, вроде ничего, а тут-то что-то совсем... Зоя Николаевна тогда ехали как-то раз и попали туда вроде и не этот самый без навигатора. Велосипедист. Кто-нибудь один этот самый, говорите, блин. А, все, я выключу. Что-то один направо, другой налево. Куда мне ехать-то, блин? Маршрут перестроен. Ага, вот поверните и... направо.
Из-за вас поехал не туда, блин. Поверните налево. Тут. Кирпич. Ох. Через 400 метров поверните направо на кооперативный съезд. Дурдом, блин. Городецкий кладонец. Вот сюда мы приехали, в центр. Городецкий пряник. Улица Мопра. Я не пристегнулась, надо хоть положить, Ксюша. Налево или направо? Направо, наверное. Поверните налево. Налево? Ага. Зовут налево? Зовут налево. Затем поверните направо на Московскую улицу. Обратно едем. Погуляли хоть. Вышли, были. Холодно, конечно. Вон воду на маршрут перестал. Колонки у них еще тут есть. Через 200 метров на светофоре поверните направо на улицу Кирова. Где Кирова тут? Там, вон там. Фиг его поймешь, блин. Через 400 метров развернитесь. И? Куда развернуться-то? Вот ёкарный бабай. Вот Сусанин, мать его, так. Евроспар у них есть. Тут включился совсем. Че, девоньки, куда поедем-то? Площадь Пролетарская. Надо бы это... Этот отключился. Говорилка, блин. Так ты даю. Так. Вот, какие-то вот, уже. Церковь, Туля. Вот сюда надо. Вот сюда надо. Справа. Хоп, а мы сюда? Направо? Нет, вот туда. Сейчас, налево. Сейчас. О, Света, смотри, какой дом. Так я смотрю. Развернусь сейчас. Что-то это. Всегда же приезжали в городец-то нормально. Да что-то понакрывались или тут не понятно. Мы не поставили, центр надо было поставить. Куда еще так? Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо.